куплю, продам, акции, распродажи, скидки. И я сейчас ничего не предлагаю. Это все наружная реклама. И как относятся к ней челябинцы, узнаем прямо сейчас. Не смущает обилие рекламных щитов, наружных шлангов? Даже нет. Даже нет. То есть оно как бы вот... Все сливается. Все соответствует норме. Много очень. Многовато, да? Можно было бы раньше. То есть вы считаете, что город, немножко облик города портится, да? Да, мешает все равно, вот к водителям доедем, всем реклама. Конечно. Да нет, у нас ее тоже хватает. Вы слово наружная реклама что вкладываете? Ну вот щиты, баны вот эти огромные. Например, вот меня как водителя, они немного отвлекают, да, когда за рулем троллейбуса едут. Не смотрите. Я к этому отношусь негативно. Конечно, реклама – двигатель торговли, но не все горожане радостно реагируют на то, что баннерные щиты загромождают городские фасады. Ведь у всего должны быть свои рамки.